На Курбанайт в Мангистауской области резко возрос в цене скот. Специалисты отмечают, это вызвано подорожанием кормов из-за засухи, а еще повышением расходов на транспортировку животных. Тем не менее, несмотря на скачок цен, спрос на мясо не снижается. Динара Нургалиева продолжит тему. Этот убойный цех в Актау расположен на окраине города. В праздничный день здесь на убой уходит до 300 голов скота. Несмотря на резкий скачок цен на мясо, с раннего утра здесь уже выстраиваются очереди из покупателей. В ассортименте на продажу скот из Уральска, Актобе и Кустаная. Местный не пользуется спросом. Практически нет в этом году мангистауского скота на рынках. Цены по сравнению с прошлым годом значительно выросли. Сами знаете, у нас засуха. А везти скот из другого региона значит переплачивать за транспортировку. Еще и кормить чем-то необходимо. Тюк сена обходится в 1700 тенге. Сейчас один баран в среднем стоит в районе 55-60 тысяч тенге. По словам местных торговцев, цены выросли на 15%. Если в прошлом году килограмм мяса обходился в 2000 тенге, то в этом стоимость доходит до 3. Главное – это соблюдение санитарных норм. Эпидситуация не самая лучшая. Что касается скота, 70% от общего числа голов привезены. У этого скота есть все ветеринарные справки. Сутки они проводят на карантине. А вот местные фермеры за голову барана просят до 100 тысяч тенге. Мясо проверяется в лаборатории. После визуальный осмотр и только потом допуск до торговой точки и забой. В праздничные дни в Актау будут работать 4 убойных пункта с соблюдением всех санитарных мер. Убой скота в домашних условиях и на стихийных точках запрещен законом. Штраф варьируется от 50 до 100 тысяч тенге. Динара Нургалиева, Саламат Бикпаев. Итоги дня. Актау.